О, oh, that was good. That was great. Okay. Всем привет, мы Субтай. Сегодня мы собрались, чтобы снять очередную реакцию. В этот раз мы смотрим специальную перформанс-версию на новый камбэк. Новый камбэк. На камбэк Ле Серафим Smart. Это их бисайд, как я поняла, потому что сама заглавка называется Easy. А здесь у нас Smart, Smart Baby Smart. Они выпустили новую версию, танцевальную, красивую. Мы как танцоры, как кавердэнсеры. Да. Мы как танцоры, как кавердэнсеры собираемся, конечно же, на нее отреагировать. Let's go! Ну, как это? Ариэль. Еще с этими ракушечками в волосах. Мне нравится, что ее не как-то и крашивают. Он будет это Да. И все же костюмы похожи прям на Хулизи очень сильно. Да. Какой-то баклажановый у нее цвет волос, даже не синий. Да. Okay, that was iconic. А, Let Me Be A Woman? Yeah. Oh my fucking god! Ой! Мы запикаем. Еще костюмы похожи на... Impurities. Фанаты, в основном даже корейские, очень остро отреагировали на танец, потому что Инче совершеннолетняя, и вот танцевать это как бы, ну, танец клевый, не спорю, но вот тот факт, что правда. Хотя, может, они специально так сделали, чтобы поднять просмотр? Да, на время. Кто им ставил, интересно, вот что. Да. Надо посмотреть. Может, он отлично. Единственное, я как будто бы у Сакуры очень мало партий. Это клево увидела. У Сакуры всегда мало партий. И почему всегда теряют потом? У Юджи не так, чтобы много. У Чивон, мне кажется, больше всех партий. Да, и у Казухи это... можно. Много, вернее. Красотки. Сразу такие вайбы. Летний. Тепло. Реггетон. Ничего не включится. Реггетон, yes. Латино. Очень рада, что они обрадовали нас вот так вот кучей песен, альбом. Кучей хореографий. Да, очень много хореографий. Прям приятно это видеть. Кавердэнсеры вылезают вот из зимней спячки. Начинают прям заснимать все это. Вот. Костюмы все очень красивые. Прям... Последний, где Чивон была в розовом. Розовый костюм Чивон был. И завирусился ее фан-кам именно. Он такой красивый. Божечки. Постараюсь. Вот. Пишите свое мнение в комментариях тогда. Мы, наверное, будем прощаться. Небольшой такой реакция. Напишите, если вы бы хотели видеть кавер от нас. Или хотя бы рилс. Да. И... Всем пока!